Привет, друзья и гости канала «Алга Петербург». Я Саша Карельский, и это «Экспресс новости». Сегодня 1 сентября, Международный день знаний. Миллионы детей и подростков по всему миру отправились грызть гранит науки, чтобы сделать этот мир чуточку лучше. Разумеется, многие из них в силу своего возраста до конца не осознают силу знаний. И как важно в современном мире получить хорошее, качественное образование. И наша с вами задача, как взрослых людей, быть личным примером для каждого чада. И хорошим, добрым другом молодого, подрастающего поколения. Кто на сегодняшний день по праву может считаться образцовым примером для нашей молодежи? Ну, конечно, голос вселенной – Димаш Кудайберген. 1 сентября в Казахстане, как и во многих других странах, состоялась торжественная линейка – в честь Дня знаний. Торжественная линейка также состоялась и в Казахском национальном университете искусств, правда, в онлайн-режиме. В числе почетных гостей, разумеется, был и Vocal King. В этот светлый день он не мог остаться в стороне и поспешил, чтобы поздравить всех нас с этим замечательным праздником. С новым учебным годом! В добрый путь! Ак-жол! Ассаламу алейкум, хурметты достар! Ассаламу алейкум, друзья, уважаемые учителя и ученики! Сегодня важный день. 1 сентября – День знаний. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих учителей. От всего сердца хочу поблагодарить своих наставников, которые дали мне знания, учили жизни и прививали любовь к искусству. Университет искусств Шабыт я по праву могу считать своим вторым домом. Особую благодарность хочу выразить нашему ректору Айман Кожабековне. Она стала нашей второй мамой, которая всегда указывала направление, учила нас хорошему. Спасибо вам за это большое. Я от всей души поздравляю всех студентов Казахского национального университета искусств, а также учащихся школы при Казахском национальном университете искусств, студентов колледжа. Пусть в нашей стране будет мир и согласие. Пусть наша молодежь растет и развивается. Друзья, никогда не останавливайтесь на пути покорения вершины искусства. Мектебінің оқушыларын, колледждің студенттерін шын жүректен құттықтағым келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, жастарымыз өсе берсін, өркендей берсін. Өнердің шыңына шығудан жалықпаңыздар, достар. Век живи, век учись. Учение свет, а не учение тьма. Все эти изречения неспроста передаются нам из поколения в поколение. Давайте не будем останавливать свой личный процесс обучения. Даже несмотря на то, что сегодня, 1 сентября, мы можем остаться дома. Алга. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.